Ой. Сука, думал, добьем сейчас. И зайти кому что надо. Кольчика хорошая. Дадбоди, надо себе кольцо? И кому-то надо это кольцо это? Ну, с Агилой же лучше кольцо, чем это. Правильно. Я по ПВП себе забрал бы это кольцо. Забирай. Кто-то, ты соло стаки поснимаешь или диспелить? Ну, я думаю, что... Так, запускаю босса, ребята. Я ДД. Угу. Суза, дай столик. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс. Давайте запустим босса. Готовьтесь к бою. Не, ну мобов мне понравилось, там что-то у меня сколько там 16-12 было. Угу. Понравилось, когда на тебя стаков нету. Хотя на прошлом КД, когда мы ходили, у меня были стаки, но мы все равно долго держали, сука. Но в этот раз тебя типа не пробивали особо так. Ну, тогда тебя оверхили лишь. А что стаки делают вообще? Что они там? Они броню. Ну, дэмэдж увеличивают у меня. Ну и броню, да, режут. Входящий дэмэдж, да, и броня. Так что там, бля, лобсиков хапало, блядь, будем делать. Наверное. По времени. Он и так хапал. Хапал, который Пригу забрал на прошлом КД. Ну, может, мы это ретика почты. Да ладно, следующую Пригу. Блядь, ну порошок гондон нахуй, блядь, выбесил меня сегодня, пиздец, блядь. Коня посадил, блядь. Крик обнови на хп. Я пою там. Хотя, в принципе, сейчас. Так, на пула нет, наверное, не врываться. То же самое, что я сказал бы, я не буду, не буду хилить. Это вот это... Ну, то же самое, блядь. Ну, блядь, такой нахуй простой пиздец, в другой гильдии, блядь, если он там выебнется, сразу нахуй кикнул, блядь, дручок нахуй. Так, бзилка есть, Суза, врывайся как можешь, на тебя бзилка висит. Блядь, медики срываются. Шоу, бабл, бабл, дай себе. Блядь, не было, на бича кидать. Бичка, шоу, не дает. Портал посвящен здесь. Просто стоит, не было. Попал. Блядь, тебе сейчас сложило бы как нахуй. Эллер, беги. Вади Фьюри дашь БР по Лидбичу. Мобов сыграли? Да твою мать нахуй! Блядь, главное не проебаться, Трай. Главное не проебаться. Мобов залезь сначала. Давайте босса. Череп спалим. Сейчас портал будет. Шоу файр здесь стоит, все вижу. Фейера прохил. Портал. Мастера урон огонь дай. Я ему шуваю. Вулкан, быстрее все вулкан, сущий. Прохил приеду, да? Мелких заливайте. Отойдите от ОВшки. Ты мобов. Еще один моб остался, блядь. Босса, да? Так, это самое, надо как-то по темную дать. Сейчас будет портал появиться, надо темную магию какой-нибудь деф дать небольшой. Чтобы это сразу шок может прилететь. От босса и портал к нему еще. Сейчас портал появится, портал свич. Все бусты из портала дали. Череп захитится. О, у нас все хорошо слышно. Дай Иннер по Сузе.
вроде. Пусть дамажит. Суза, беги. Все, если вулкан появится, игнорим его. Добиваем босса просто. И госпожу игнорьте, бейте босса. Я там машу выдам, если что. Все, ГЦ. О, шея хорошая. На танк, кстати, возьмите, может, кому надо. ДЦ хорошая шея, блин, бери. Сверху тоже не дайте, кому надо. У меня другая шея. У меня такая есть. Бери на продажу сверху. На мишку надо. Нет, да, сферу сейчас на продаже, они сейчас копейки будут стоить. Уйдите, уйдите с той стороны. Да, уходим, уходим. Запускаю босса. Уступите кто-то шею на мишку, а то у меня там три старая без дырки. Тише, успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Кто там будет? Кто там забрал шейку? Ну там, в принципе, у нас будет бич нормально, там копейки, если что. Так, ДК у нас есть, есть. Так. Шо, уступишь? Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Спасибо. Мы покажем этим псам, как оскорблять орду. Хорошо. Не щадите никого, герои орды. Локтар Рогар! Слава альянсу! Рэд, ДК. Ружка хорошо стоит. Сова, ружка. Так, оставайтесь здесь на месте. ДК тянешь ружку сразу в рейд. Так, потом сову. Сладко пофиаешь сову. Владифюри кинешь ему вихрь. Так, Эллер, меня будешь подхиливать тогда. Я заберу тогда на себя трусы и квест. Yes. Давай, короче, первые пару секунд постою, похилю тебя, потом убегу на сапогах в рейд. Ну смотри, потому что меня будет сильно пробивать. Ну, в зависимости от того, сколько уйдет в рейд людей. Ну, я думаю, там мало пойдет. Там чисто что, вот, убить череп, это вот под бустами выслить быстро. Так, сейчас дам она бронепод. Смотрите, если что, если ромбик идет в рейд, трусы точно не уйдут. Если ромбик в рейд пойдет, да, его, наверное, поконтролит у нас. Исполним первый эфир, да, Суза покидаешь ему шип. Вот. Давайте что. Кстати, а как мне Геру им прописать? Она не достанет, наверное. Достанет. Давай, короче, я вот по тут центру. Вот встану. Ага, ага. Тут вот встану, потом прибегу на сапогах к тебе. Так, лос, готовься тянуть. Это СС без КД там и БР нет, если что. Хорошо. СС на шамане. Не вставал же? Не вставал я. Ну ладно. ДК, смотри, сейчас я буду таунтить. Сань, на расстоянии, чтобы ты мог тянуть уже. Достаешь? Отсюда. Достаешь? Лос. Да. Все, смотри, я сейчас первый пульну. Они ко мне чуть-чуть пройдутся, и ты сразу тяни череп. Остальные все бусты, Геру и черепов быстренько сливайте. Если крест пойдет в рейд, сразу контрольте, назначал контроль. Не ходай, не надо, блядь. Не ходай, вообще, снимите ходки. Ходки снимите. Они просто сагрят сейчас на ход эти. Поснимали все, да? Все, я пуляю, ребят. Угу. Все, череп тебе не в рейд. Давай. Все, отлично, на меня паладин такая. А нет, паладин съебался в рейд. Контрольте там. Трусы за контроль сломал сейчас. Элер, надо было тебе жабу что-то. Не трусы, а ромбик контролься. У нас там может. Суза, шипа его. Сову эфир. Лоса, хилим. Дедбича. Сова там ебошит, блядь. Льва. Кого играем? Крест следующий. Крест притяните в рейд, если есть возможность. Через контрол играйте, максимум контрол давайте. Контрольте, короче. Потом ромби контрольте, крест бейте. Косты сбивайте кресту, только не забывайте. Вары. Ромби контролем, фирните ромбик. Я сяду, не трогайте его. Не надо циклон. Это похоже, что обхили там, блядь, запинаете там. Тамар, блядь, сакает.
Так, Эллер, ну-ка иди меня похили сейчас. Хотя не надо, я сейчас шивы дал. Подхилить его немножко. Потом в ромбик сыграется. У Дефюрика есть хилити там. Надо буржить сову. Блять, сука, ДК срывался на Водифюри. Водифюри, аккуратно. Все норм. Сову, да, пужить не забывайте. Суза, кинь овечку там какую-нибудь, ага. Хила какого-нибудь. Блять. Камень сел. Кого, ромбик? Да, ромбик бейте сейчас. Ебать. Кто это тебя убил? Палдин? Ну кто, ромбик, да. Все, ромбик бейте сейчас, один пилас остался, но... Оп. Хилов контрольте там, в основном. Кто нас остался бить там? Томатолог, Шова, Сузи, Спри, нормально. Главное, хилов расконтрольте там нормально. Эллер, кинь там лягушку какую-нибудь хила. Я дал масфир. Дизарм дай стоматолог ему. Давай. Дайте корни двум хилам или одному и отведите его. Один не будет хилить. Второго в жабу кинете. Вот Каифи, дайте корни, пока он стоит. Пала просто отведете в бок. Суза, беги сюда, на щит альянс. Блять, Суза, на тебя вон. ДК сагрился, аккуратно. Беги, беги подальше, подальше к стеночке. Все, Саша, вводи. Грипп, ну, центр сильно не выбегайте, чтобы ДК не сагрился. Блять, опять сагрился на Сплина. Сплин, к стеночке, Сплин. Что там, дубьёте этого, блять, мобика ебаного? БР нужен. Там двое бьют, трое. Минута еще. А, нет, четверо. Минута еще. Ну, там нормально там был, депрессия должна хватить. Славно не дохнуть. Диспал. Диспал. Есть. Все, сейчас хилов расхуялись и трусы будем пить. А я же трусы просто всего снял. Шоу, дай ему стан. Диспальте эфир, пожалуйста. Правильно, сейчас стой. Там крылья на нем. Дал дизар. И все, их спушили. Все, сейчас шаман играть. Шумал здесь. Бьёрна похилить, он умрёт сейчас. Дальше. Можно за курс? Wait, по стоматологу. Что, бэрить будем, нет? Или похуй добьете? Да так добьём. Добьём, наверное. Навалька, ну, я отойду пока, минуту. Там писта убили уже? Бьем. Убили. Угу. Все, добивайся. 60% соло начинался. Покасиваю сейчас
Подходи с этим близко. Да, у меня первый стан. Второй из этого. Да, ему фиг. Сас. Ресетер половик. Ух, какой хиджал охуенный. Сладкая ты... Перчатки ты видел? Сладкая ты тут? Сладкая. Да, только я не вижу кинжала. Что за кинжал? У меня такой же, наверное. Крит-хаст. Клинок серебряного послушника. Ну да, крит-хаст. Да, у меня такой же. Мне не нужен он. Мне посох на нужен. Шаму хорошо. На шипашку. Шипать надо из спринт? А не профит не разве? У меня есть этот дробяшка. Ну, почти такая же. Так, я вызвал, короче. Так. Сейчас, подожди. Сколько танков? Два, наверное. Я и один половин половин, два половин туда ты. Давайте, ребят, чтобы хилить попроще было, прям вставайте в одну точку. Чтобы щиток мой работал нормально. Сколько, какой из воров? Самотула хватит, а что-то будет. Лови сверки. Так, я босса танчу. Так, подождите, дайте баф. Рыбу поставлю. И еды нету, да. Я поставил. Ешьте. А чё, один ловит, один танчит? Саш. Сейчас, подожди. Мне этот Полагут пишет. Короче, стоматолог ловишь. Короче, старайся ловить. Давай так договоримся. Ты лови, короче, слева от босса. Я буду стараться ловить так вот. Окей. По диагонали, короче. Ты. Ну, ты еще затылок нам ловишь. Ну, понятно. Сзади и слева, а верно, спереди и справа. А что, у нас никто больше не может спекнуться? Мне не кажется, надо, на сервер тут... тебе... Нет, тут в десятке что? Мало сфер, я словлю. Типа я не сорву, а вот Суза точно. Я на Сузу дам... Вы сначала не врывайтесь, я набью три нормально, а там уже скажу. На кого мне бдилку кинуть, думаешь? Кинь на сладкую, на всякий случай. Да я не дамажу тут. Я вообще не дамажу тут. Тогда надо добещать. Надо добещать на Сузу можно. Угу. На Сузе висит. На Сузе висит. На... Да, на добеча, наверное. Ну я буду ПКД эту тогда давать, бля, вмешательство по сути. Все, все готово. Поехали. Крик на АП, ой, на ХП обновить. Я там в бою кину. Ох, крик на ухо. Старайтесь в одном фрейме стоять. Не, ребята, стоите на одном фрейме. Так, что там по второй Суза, блядь, совершенно, наверное, строго. Я ж попросил, не, блядь, не пустите, блядь, ёпт твою мать. Нажми это самое, сейчас закончится копии, инвестор, не? Скинь, Салю, по сути, дайте, вроде. Всё, мало, не застрите. Идеальте, просто. Готовимся к способности. Давай, наверное, Геру дадим. Не надо, не надо. Блядь, ну... Сука. Аккуратно, вторая сверка. Я собью сам. Вот, дай Берку Шове. Баф по Шове обновили. Шоу, у тебя уже висит, если он пытался что-то делать. Так, если помечу их, кстати. Так, ромбик и... Собьем сначала ромбик сейчас.
Белый облиц. Солнышко. Так, продолжайте бить. Машивы дам тебе, Лар. Я прожмусь сам, не надо. Давай, давай, прожмусь. Продолжаем бить. Так, экзекут фаза. Ох, 30 тысяч тут, да, что-то, ох. Смена цели. Взяли беловоронку. Берем трусы. Сейчас темный лови. До конца будем добивать, короче. О, сразу левая рука. У меня есть меч, кстати, этот. Вам нужна кому-то левая рука? Я надеюсь, нет. Да ты посох хочешь, сказал же. Да бля, мне либо вот чашу, либо посох. Тебя. Давай, так, слушай, а топор падает со стаж, да? Да. Там две дырки, да? Да. Блядь, тут. Блин, тебе нужна чаша? Сразу, блядь, поговорим рассекать. Ну ты на танке ролишь, ты в курсе? А, ты апать, да, будешь? Вижу. Просто здесь меткость, мне меткости и так хватает. А мне вот фул шмот так перебить надо. Мне вот тапочки нужны. Почему ты сферы рыцаря? Три кем-то. Но дешевые они стали. Сейчас кара, сейчас кара выйдет, там в каре много чего. Надо кому-нибудь за 3к. Хотающий. Где я это слышал уже? Король Лич понес тяжелую потерю. Ну, ласт одного танка, да? Да. Так, короче, чтоб не запороть, сразу объясняем, что делаем. Какого контролить? У нас один бокс, я хочу. Ясно, короче, ДК ливнул за Абула, блядь. Пара-пара-пам. Абула, блядь, сука, чмо ебаное, забыл нахуй, как он сам, блядь, косячил нахуй, ВК, блядь, парда нахуй, чем других сейчас наезжают, блядь. На прошлом КД, по-моему. Да. Там, а там случайно просто сел, и там Абула начал хуесосить этого чувака, блядь. Пиздец, блядь. Так, что мы делаем? У нас один боб. Печально. Да, один боб у нас. Ничего страшного. Ну, первый боб даем. Ну, смотрите, босса как-то можно держать без лужи. Моба можно заставить, они не зароются. Убить по-быстрому. Угу. Таким образом вы... Ну, надо по контролю просто сказать, что делать. И если они зароются, то мы проебем попытку.
Его надо будет... Нет, если он... Я вам дам строит. Да, и со старым он точно не зароет. Так, смотрите, ребята, без напула. Вообще никакого напула нету. С огромным, блядь, внимательно лучше. Так, поэтому... На Сузу кидай, наверное. Я хуй знает, я только на изи-кубке. Так, милики, блядь, сейчас... Смотрите внимательно, блядь. Пожимки свои лучше не давайте, блядь. Так, сейчас попробую все сам еще. Они могут друг в друга вмешательство кинуть два вара. И с себя снять 5-10%. Не, ну в Сулу Танчу. Ну это потом, на перебежке. И это в Сулу Танчу. А так ты... Тут, наверное, мор лучше не давать, да? Ну, если у тебя символ Амор стоит, то можешь лучше не давать. Стоит. Да. Так ты убери его, он тебе сейчас не может. Просто уберите этот символ, серьезно, он не такой. А я просто юзать не буду, и все, я буду перебафывать. Все, все готовы, сейчас. Зачем? Самое... Ты юзать можешь, просто символ убери, у тебя не будет выше 5 метров. Это, сейчас я наставлю на бомбе кое-что там. Со льда, наверное. А вам рыба нужна, нет? Его надо другим убирать, ну ладно. Ну, да, уже... символ Мора, который на 5 метров. Помогите, все, да, убить воду, помогите убить моба, сейчас я рыбу поставлю, покупаю. Так, ставлю рыбу. О, вот, наверное, ото льда здесь ауру. Да, здесь ото льда обязательно. Так, значит, смотрите, тактика такая. По этим самым, по контролям и... Сколько у нас контролов получается? 3,5, я сошел в 2, может быть, хорошо. Так, короче, что по... Короче, моба. Блять, она лужу по-любому надо будет разбить, чтобы второй моб... убить второго моба под лужей или не надо? Ты имеешь в виду в начале или где? В начале, да, когда мы убиваем первого моба без лужи. Угу. И вторая мы можем без лужи, да? Ну, бля, если мы успеем его убить туда. Ладно, будем пытаться... Ну... В принципе, ты ему стан же дашь, он не закопается? Нет. Там сколько, 5 секунд будет? Там, тогда мы свечимся в моба, там хотя процентов 60 останется, я ему дам стан. Блядь, может, ну, нахуй рисковать, блядь, разобьем сразу лужу. Жду, блядь, все равно слушай. Нет, может, у кого-то сапоги есть, но там покатить может. Но. Ну, не проблема. Окей, да. Так, это самый лос. Твоя задача потянуть это самое сверху сюда. Понял, да? Так, одного моба заливаем, второго, когда выходит, на меня Шоу Фридом дает, я увожу босса, а Шоу, ты еще таунтишь этого моба туда, который будет выходить с тобой. А, у нас еще, ты же, блядь, тоже два моба, блядь. А потянуть сейчас на пулю сразу, которая справа, да, будет вверху? Любую серку сверху вытянешь поближе к боссу, и все, и дамажь босса. Вот где сетка прыгает, где-то вот тут будет сверка. Вот отсюда, ну, где гриппаешь, вот где Бьерн стоит. Вот сюда гриппаешь, просто вы разбиваете, тебе дают фридом, идешь босса пить. Так, в Адифюри, ты разбиваешь дальнюю сверку, сразу беги туда, перед боссом, чтобы ДПС не теряли. Так, Исполин, ты у нас шаклишь одного любого там, но второго я там уже заберу уже. Давайте. Второй сам придет. Да-да-да. Так, Саша, первый чё, боб даем, остальные забегаем. Да, остальные все забегаем. Вы можете покайтесь, можете покайтесь немножко. Так, все. Все готовы. Так, сейчас я секу. Ударю щитом, чтобы... Ты бдилку на Сузу кинь тогда. Да, потом на меня уже перевесишь. Висит, на 20%. Все, я пуляю. Ну, удар щитом 10-15 тысяч. Поэтому, ой, как хорошо. Да катини быстрее сверху. Любую. Бля, ты сбейте все равно. Я про. Все. Ну, кого ты шаклишь, блядь, я бы не брал. Моба, свечните, столько кратно взял, я думаю. Дал стан. Заливать АВЕшкой. Стан, дайте еще один. Все, босс играть. Шоу, готовься на фридом. Исполин, бля, пожалуйста, нахуй не шакли просто. Я просто... в другом месте. Не проебаем. Так, сейчас за контролишь, который будет с твоей стороны выбегать, хорошо. Шоу, сейчас ты мне фридом дашь, и за там тишь моба. О, дальнего за шакли просто. Все, фридом дай по мне.
Что вы там-чи. В лужу загоняйте, его сразу пиздите. ДК, лосты и второго моба, когда крышаклите, сразу тяни его. Видишь, строй стоит в шакле? Да, да. Я скажу, когда, подожди, рано еще. Бей этого моба пока на рубскую. Все, расшипайте и тяни его. Отлично. Ебушьте. Заведи его немножко на лужу, заведи, на лужу заведи. Заведи. Отойди назад, шаг сделай на комагро. Готовьте боб, да, шоу. Протянешь пару тычек? Да. Давай, боб. Давай! Все, бейте. Да, на самом деле, они могли тебя выхилить, чтобы этот боб остался у нас на всякий случай. Да его хуй с ним, блядь, ну нахуй. Типа ты бы шивы бы просто. Не будем рисковать, пацаны. Печать на печать, блядь. Не приебитесь. Все, в эту лужу а забегаешь, лужу. Короче. Да, за лужу забегай. Все назад вернулись. ДК. Ну, лучше заранее забеги. Забегай. Вот, метку череп, видишь? Забегай, тяни ее сюда. Да, не тяни. Тяни сюда ее. Блядь. Мне так, что, дайте, череп, череп. Мне, да, Катя. Наконец, сейчас. Да, тяну. Жуков, бейте, блядь, так ты будешь хлипать нахуй или нет, блядь? Ну ебаный в рот, блядь. Лужа в центре, блядь, не должно быть. Кто мог? Босс. Забрал. Бейте мелких сначала, мелких под босс. Готовьте сейчас, будет все трэш. Шакли заднего моба. Шакл. Все, давайте моба, играйте моба. Я боссом можете играть. Шаку. Все, покушение ебаное. Моба сыграть. Можете моба беспокойно бить. Водифюр, я сбей там лужу. По возможности. Босс играем. Самотолог, дай интервейт в этого дебича сейчас вопрос клюет. Стопните, урон, стопните. Давайте лучше перевести. Лучше давайте. Бля, не бейте. Не бейте босса вообще. Моба бейте. Моба за таунт? Шоба. Угу. Босса не трогайте, 10% перефазы, блядь. Сука, тут кидыжут, наверное. Не, ДК. Угу. Бейте сразу. Так, вторых, тихните. Пачку мобов мы просто сейчас. Это самое. Блять, где лужина? Я законтролю пачку сразу. Угу. Разбил, блядь, сука, я разбил нахуй хуёво. Я в эту забегу. Нас хватает луж, хватает. Еще три лужи. Беги, сладкая, беги. Разбивайте лужи, ребята. Так, и еще надо... Исполин, есть ботинки у тебя? Не на него, на Сузе. Суза, есть ботинки? Все, покайте немножко. Сколько там осталось до вырывания? 2 секунды надо, блядь, подержаться. Мелких заливайте быстрее, чтобы не насакали эту хуйню. Беги в лужу. Вот, ДК, тяни вот сюда, блядь, битку череп, видишь? Забегай. Череп, тяни сюда быстрее. Водифюр, резни. Сладко, убегай к нему подальше. Лужу разбейте, блядь. Блядь, ну, нет, я умру. Есть бы... Ну ёбаный в рот, ДК нахуй, блядь, сука. Челы нахуй. Бьем так, босса. Приводим сразу. Шова, приводи. Мобов залили быстрее. Дал стан. Шова. Аня вас контролит. Эллер, давай, вставай. За контроль. Все. Да блин. Да, блин. Нахуй, блядь, ебаная, блин. Ну. Сука, блядь, прошу нахуй, потяните лужу нахуй. Стоит ебалом торгует, блядь. Ты понимаешь, какие сверки надо тянуть, нет? Бейте босса, пробуйте. Да хуй там, падайте. Да мы поздыхали от ядовитых жвал, блин. Ну что, в куче бегать? Надо, блядь, могу заливать активнее, нахуй. А чё вы, Бёрн, ДПСа хватает в одно зарывание переводить? Надо было просто бить и всё, и добить же. Надо было, блядь, я думал, нахуй, не получится. Да, так наоборот, проще. Мы, по сути, и так его убили. Просто, блядь, надо было сверху вообще не тянуть, её можно было сбить, наверное. Чтоб я не умер, я бы забежал, мы бы убили. Так что предлагаете, в одно зарывание попробовать? На самом деле, вообще... Уже похуй. Уже похуй. Да, давайте уже.
Два вас сюда и без сейчас того, что тянем. Блядь, ну почему нахуй? Лос, ты понимаешь, какие сроки тянуть надо, нет? Нет. Сверху нахуй летают, сверху. Ну, так я, не, я их видел, видел, я просто метку смотрел, метки черепа не было. Ну, потянул уже ближнюю. А которая ближе? Лос, лос, смотри. Я ближнюю потянул. Лос, смотри. Ты когда бегаешь, да, допустим, когда никто ничего никого не бьет, ты посматривай на сверху. Если где-то вот прям возле озера видна у тебя одна, и у тебя, та, ну, притяжка эта есть, просто оттяни заранее ее. Она никому не помешает. Увидел, оттянул, увидел, оттянул. Все, давайте, плав рыбу. Поставь рыбу. Бляха-муха, бляха-муха. А что Саня убивается и без ДКшки? Не даст для вытягивания. Ну я знаю, что... Просто ну, знаете, любой кастер мог бы еще тоже, блядь, съесть. Там просто сладкую сложила сразу, пусть еще мелкие настакались. Ну я бегал, типа, блядь, я бы не убил бы ее. Нет. Так, все, что вы остальные, типа, стояли, смотрели? Так, давайте, а что на пол? Кстати, заодно взрывание тогда будем ебашить. Дайте, значит, это... смотрите, первую пачку мобов вне контролем и сразу заводим, я просто прожмусь там и стан играю. Я первый дам стан, шоу ты второй дашь, если что. Так, надо бича сразу кинуть бдительность, мы все равно убивает активно. Все. Так, сейчас я это сам. Было хорошего раньше. Да. В одного танка двоих держишь, без проблем. Сейчас добью этого моба своего. Секундочку. Просто удар считаю на статус, чтобы грубо было хорошо. Сразу пуляю. Короче, первых не контролим, да? Да, не контролим. Все, я пуляю. Я тяну? Да, да, да. Да, да. Не бич, убивайся, у тебя билка висит. Можешь бить как хочешь. Еще типа мобы кинули где-то? Да, да, да. Сейчас я за там еще одного. Я шлак шнапула нету, блин. Бля, самотолах. Куда ты рвешь сразу, блин? Ну дай пусть ко мне подойдет туда пару раз. Я, блядь, я слипы нажал, просто еще перед этим. Все. Стан, 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 дружава. Шоу, по стан, давай, блядь, пожалуйста. Обо, взливайся. Пиздец, блядь. Че у нас бибером, КД. Ладно, бьем пока так. Через контроль играем. Ой, блядь, джилс есть у кого? Да, у меня есть, я поставлю. Поставить. Вы, блин, ребята, когда моб идет вдалеке, я танк нажал, вы, блядь, не бейте его, потому что там крита нету танка, блядь, с ним сразу вошел ты. Да хотя бы, блядь, ударить его разочек хотя бы. Тут, блядь, какая проблема? Постоянно. У всех. Это всегда проблема палов и варов. Палу попроще. Был бы вот этот бросок, который у вара, КД поменьше, или вообще без КД, нахуй? Ага. Там минута. Там а там нормально. Минута, нахуй, охуеешь. Вар издалека больше хуй чем заберет, блядь. Так, я поставлю, не ставьте. Просто таунт сольешь, он у тебя не откадешивается, это 8 секунд ждать, блядь. Mm-hmm. И ты, грубо говоря, его впустую сливаешь, потому что на нем трита нету, ты с нуля 0 трита забираешь. Хорошо, что паладина таунт сразу еще и дамажит. Ну да, mm-hmm. Да там молоточек просто въебал, нормально. Джага еще, блядь, да, щиток. СС-а нету у меня. Я кидал. Так, ну, через 4 минуты КД у нас вот катится БР. Да а, падать нельзя, сейчас. Играть осторожно. Да, все, играть аккуратно. Все, все готовы, так что мы там... Как? Так. Все, я начинаю, ребят. Ой, блядь, а кто это разбил? Это не я. Ладно, пускай она будет. Хорошо. Шип, 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 шип. Пиздец. Бейте, могу, ребят.
Моба не босса, блядь. Лучше заберу. Срово расшипайте. Трово играть. Ребята, когда я говорю, играйте в моба, значит бейте моба, значит титана больше не будет. Запомните это. Бьем босса дальше. Шоу, готов фриду мне давать. Давайте максимально дпс дайте плюс. Шоу, давай фридом. И таунт моба. Моба таунт. Шик, шаг, шаг. Поверьте. Он, блядь, не лужа стоит. Не лужа. Все. За шаг лети не лужа. Все. По первому будет, если что, исполним. Тут конечно сначала. Да зачем? Ну точку пусть оставит. Да ну тебя с твоей реакцией, блин. Только не сдыхай. Все, забегай. Ну раны, ну ладно. Ну сапоги бы уже оставили, уже когда уже это самое. А потом. Дедбич, нету, Боба. Забегай уже. У него тапки. По-моему. Все, здесь лужу разбейте. Вот ДК, видишь, черепа поставил? Тяни его ближе к нам, к этому сюда, поставь его. Блять, ладно, я сам разобью, похуй. Не забивай. Все, катите, просто не забегай, катите, сейчас он просто появится. Все, отлично. Заберите жуков. Жуков давайте. Под босса стали все. Вот дефюрик после жуков, как разобьют, идешь, расшипаешь это самое. Так, ну, забьешь, ну, там, сверху одну. Только не забудь. Одного шип. Угу. Ты шапка. Тут две шип шапка. Че, метки за. Моба сыграли? Моба сыграли. Блять. Босса. Блять, стан, дайте ему. Угу. Все, забрал. Бейте моба. Босса можете играть. Что, будем переводить, не будем? Давай, могу Геру. Давай, переводим. Я хуй хорошо, знает. Хорошо, я переводим. Умру. Я Геру дал. Бля, зачем ты Геру? Натур ставь. Это самое. Шоу, контроль двоих сразу. Одного репильница, второго фир дашь. Все, бьем босса. Меньше захила сейчас, только метки прохиливаем. Сладкую хильте, на мне 7 стаков. Дал, пока машина. Все, отлично. Следующий по мобам даем шакл и шоу одни эфир. Репилинс готовься, блядь. Там 30 секунд еще до репентерса. Угу. В принципе, похуй на контролы, просто дадите бомжей, ДК бомжей, знаешь. Давай. Не-не-не, рано еще. Давай. Давай. Ну, блядь, сука. Блядь, и посох выпал. Да я ебал. Послушай, а чё лучше было? Не три дырки. А я вот хуй знает, чё лучше. ГЦ, это... топор. Топор? Топор. Да ну нахуй! У меня в банке есть еще два таких лежат. А нахуй тебе этот топор без РП? Ну, на, блядь, на то самое, на ПВП хочу. Ну, ГЦ, чё? А, так? На ДКшку лучше бы отдал. ПВП. Не, у меня нормально. Да, блядь, рольну по приколу. Эй, не надо, тут приколы мне ваши. А трофей 245-й? Да, 245-й. Слушай, тебе надо много этих трофеев? Может, скинуть 4Т4 на это? Слушай, вот Фиры, тебе много надо этих трофеев? Ну, у меня все есть. Я просто что-то тоже думал на это. 28. Ты топор себе занидал? Да. А зачем сверху себе на продаже оставлять?
Так, где топор? ГЦ Берн, у тебя топор. ГЦ, у тебя. Все, пойду я хлебальники рубить, блядь. Ага, конечно, конечно. Что, конечно? Рассказывай сказочки.